В преддверии Всемирной выставки «Экспо-2017» Казахстан и Венгрия открывают прямое авиасообщение между двумя столицами. 8 июня из международного аэропорта Астаны отправится первый рейс в Будапешт. Соединять два города будет венгерский лоукостер два раза в неделю, в четверг и в воскресенье. Билеты на рейсы авиаперевозчика уже в продаже. Цены на билет в одну сторону составляют 40 евро. В Министерстве по инвестициям и развитию заверили, открытие прямого авиасообщения между Астаной и Будапештом позитивно повлияет на развитие сотрудничества двух стран, а также упростит казахстанцам путешествия в Европу. Это будет способствовать как развитию туристического потока в обе стороны, посещению венгерскими гражданами Экспо-2017, ну и развитию бизнес-отношений, а я думаю, самое время, потому что за прошедший год наш товарооборот вырос на 16%, и вот час тому назад я получил информацию о том, что за январь товарооборот по сравнению с январем предыдущего года вырос на 40%. Мы планируем в преддверии Экспо открыть еще ряд рейсов. Если коротко, то это у нас будет, значит, в середине июня Астана-Хельсинки, прямой рейс Финляндии. Также будет в начале мая, 8 мая Астана-Варшава, тоже прямой рейс с Варшавой. Также планируется силами казахстанских компаний открытие ряда рейсов.